Приветствую всех любителей мобильных игр, на связи Нибиру. И мы смотрим только-только вот вышедшую RPG Magic Chronicle. А по моему мнению, это клон АФК Арены. Но так это или нет, сейчас посмотрим. Ролик пропустим. Хорошо, что он есть. Я запустил, сразу скажу, на LD-плеере с блокировкой горизонтального ландшафтного режима. То есть игра сама вертикалка, но можно ее запустить в горизонтальном режиме, и вы вскоре увидите, что из этого получится. Так, можно выбрать пол персонажа. Давайте напишу мой ник. Музыка, кстати, мне здесь очень нравится. Уже. Вот эта вот основная мелодия, которая сейчас играет, мне прям нравится. Так, по меню. В принципе, все стандартно. Я единственное, знаете, что не понимаю? Обучения тут как такового нет, что ли? Я могу сейчас везде... Да. Я могу сейчас везде прокликать, и все нормально. Ну, давайте тогда посмотрим. Значит, в настройках ничего нельзя поменять, кроме звука. Аккаунт, сервер. Что у нас по серверам? На Америку меня сперва кинуло, я потом выбрал Европу. Уже есть 3 сервера Европы, хотя игра только-только вышла. Так что имейте в виду, если пинг будет плохой на Америке, то переходите на Европу. А так, я думаю, в принципе, все равно. Итак. Погнали. А, вот. Рассказывают, что надо сделать. Но, как видно, визуальный стиль, сам интерфейс с АФК Арены взят. И даже вот стилистика персонажей оттуда же. Выглядит, должен сказать, неплохо все это дело. И визуально, и посмотрите, как выглядит анимация эффектов, тоже достаточно неплохо. Это прям хорошо, хорошо. Первый босс, X2 можно поставить. Так, ну тут без проблем. Начальный босс. Никаких трудностей не возникает. И нам дают персонажей. Стеллан. Он рыцарь. Так, ставим его в отряд. Не, сперва апгрейдим, одеваем и ставим в отряд. 5 персонажей у нас могут быть в отряде. Уже 4 есть. Еще один, наверное, прилетит через пару боев. Как это обычно бывает. Так, и обратите внимание, что все вот эти начальные персонажи, они синего ранга. Я не знаю, есть ли в этой игре эпические легендарные персонажи, или тут как-то другая ранговая система, но посмотрим. Скорее всего, есть. До круток дойдем, ребята. Глянем, какие тут персонажи есть. Но выглядит боевка очень-очень хорошо. Для АФК игр это выглядит прям хорошо. Так, нажать сюда. Сюрприз. Награда была. Отлично. Можно забрать... А, нет, это мы не можем забрать. Мы еще не сделали. 1.7. Кто хочет, может ознакомиться с сюжетом. Он тут хоть и видит пару предложений, но присутствует. Дальше сразу идем на 1.8. Хорошо. Быстро пока все падает. Так, а ничего не открывается? Так, чат есть. Отлично. Персонажи, компания. Эти два режима пока заблокированы. Что еще есть? Newbie Benefits. Бонусы для новичков. 6 дней осталось. 10 самонов. 2... Ну, тут на самоны события. Элитных героев получить. И здесь рейтинг. Stage Speedrun. Ну, понятно. Кто дальше пройдет, называется.
Хорошо. Но пока я больше... А, подождите, вот тут еще горит. VIP. Нулевой VIP. Сколько тут всего VIP-ов? 15? Не, 18 аж VIP-ов. Понятно. Окей. Ну, пойдемте дальше тогда, коли ничего пока нету. Причем вообще ничего нет, кроме компании. Наверное, надо пройти первую главу, чтобы открылись хотя бы какие-то режимы. Чтоб крутки хотя бы открылись. Так, награды взяли. И смотрите, нас пока отправляют чисто на битвы. Ну, давайте, давайте, да пройдем. 1.10 сейчас этап. Горизонтальный режим, как вы видите, он как бы есть, и менюшка вот адаптировалась под него, но сама боевка, сама картинка, она идет все равно в вертикалке. Так, нам дают легендарного героя, который является поддержкой. Сейчас сфангую, нам ее дают на время, а если мы хотим ее оставить, то $1 надо забашлять. Просто эта система уже во многих играх используется, когда крутого героя дают на время. А вот, смотрите, о чем я и говорил. $1, и вы... А, тут, смотрите, тут помимо $1 еще и $15 есть. Платим $15, получаем вот такого вот Сирони Приста. А потом мы получаем на 7-й день Серафима. Габриэль. Ну, если кто будет играть, серьезно, наверное, оно того стоит. У нас еще есть лиса. 20-40 надо пройти, чтобы активировать ассистента лису. Понятно. Так, один герой набирает 10-й уровень. А, подождите, я думал, 1.10 это последняя миссия в первой главе? Нет, не последняя. А, у нас забрали уже 5-звездочную. Блин. Я думал, ее нам хотя бы на пару битв дадут. Не, не дали. О, все, прошли. Следующая глава. Ох, ё, сколько тут глав. 28. 28, ребят, я вижу. Ого-го, ого-го-го. Так, ладно. Сейчас что-то открылось. Вот, что-то можно взять. Дальше. Автоплей. Free purchase. А, ну это АФК-награда обычная. Хорошо. Еще что-то есть? Ну, вроде как нету. Я просто не хочу вот этих героев прокачивать. Они синие, блин. Неужели нам не дадут какого-нибудь одного хотя бы эпического героя? Хотя бы эпического. Чтобы его прокачать уже нормально, одеть и все такое. И смотрите, уже во второй главе асамонов нету. О, наконец-то. Открыли замок. Да, вот, самон. Все. Теперь можно... Давайте... Нет, я пока не хочу отзыв отправлять. Ну давай, давай, какой-нибудь эпический. Маргарет. Железная дева. Так, это очень хорошо. Вот как раз эпи... Вот ее я сейчас и буду качать. А, и она, как видно, щитовик. Надо ее вперед поставить. Все, хорошо. Промоушен. Задания промоушена открылись. Автоплей один раз. А я уже нажимал автоплей. Блин, вот я поспешил с автоплеем. Блин, блин, блин. Ну ладно, давайте. По заданию надо. Все есть. Донат, донат, донат. Так, вот тут еще что-то горит. Донатный магазин открылся. Бесплатно что-нибудь можно взять? А что-то я не вижу. А вот, можно. Берем.
Берем. Еще. И еще. Доната тут дофига, ребят. И то, что VIP имеет больше 15 уровней, это, конечно, да. И сервера плодятся очень часто. Так, смотрим. Что здесь нам предлагают? 10 круток. Выбери один результат из этих трех. Сперва надо пройти этап 2.28, чтобы взять эти крутки. Давайте, крутить можно и сейчас, взять сейчас нельзя. Давайте смотреть. Это, я так понимаю, обычные. Вот с коричневой обводкой это обычные. Че, никого... Во, кто-то есть, да? Геката. Окей, ладно. Давайте вторую крутку сделаем. Так, что у нас здесь? Во, в каждой крутке по одному, да, наверное, легендарному. О, вот этот вот епископ, который за 15 баксов в паке есть. Угу. И смотрите, вот эти два, они в такой обведенной рамке, это, наверное, Б хотя идет. Подождите, у каждого персонажа есть рейтинг? Б. Интересно. А вот это вот, это, он как А? А, он СС? Извините. А, вот есть. Ладно, окей. И третью крутку делаем. Так, кто здесь? Жанна Дарк, типа. Но двух нету, да? Да, двух нету. В каждой по одному эпическому персонажу. Окей. Так, здесь ты мне что горишь? Задонать без... каждый день? И получи награду. Ну, я говорю, донат тут лютый, ребят. Донат просто лютейший. Так, награды ежедневные. Вернее, задания. Ну, и награды, соответственно. Так, все сделал, что можно было. Тренинг. А кнопочки все взять слабо придумать? Ладно. Так, нет, назад вернитесь, пожалуйста. Давайте нашу... героиню, которую нам дали, Железную Леди, мы сейчас на нее все наденем и апгрейд сделаем до... ну, до какого? Давайте до десятки ее доведем. Так, все, десятка есть. Ну, до 12 давайте. Вот так вот, все. Остальных не хочу пока прокачивать. Так. Здесь почему горит, я так и не понял, но здесь горит красная штучка эта. Все взяли. Так, еще что-то. Почта. Ух ты. На почту тоже много всего пришло. И персонаж, наверное, за предрегистрацию. Кстати, тоже эпический персонаж. Я его сейчас тоже поставлю в отряд. Все удаляем. Отлично. Так, а давайте посмотрим вообще, кто они. Вот это героиня. Ну, скиллы понятно, где класс. А вот стоит танк. Обратите внимание, damage res. То есть у нее сопротивление дамагу. Это хорошо, что пишут. А вот этот вот товарищ, он крит хит. Ну, он выглядит как рога типичный. Давайте его тоже до 12 прокачаем, если мне ресурсов хватит. Все, отлично. Два персонажа у нас, по крайней мере, в группе есть. Теперь я уберу вот этого и поставим его. Все, погнали. Ну, вообще без проблем. Не хватает скипа здесь, конечно. Так, что ты мне говоришь? Башня открылась? Ну, давайте башню порашим. Ну, тут стандартная башня. Снизу вверх идем. Сложность увеличивается. Все как обычно. Тут без новшеств.
Компания, что ты нам говоришь? На следующую битву идти? У нас, кстати, ребята из Дискорда уже до 10 главы, насколько я понял, дошли. Так, ежедневки. Так, еще один сундук взяли. Замечательно. Что еще горит? Сумка. Персонажа можно собрать синего. Хорошо. Теперь что? Окей. Все? Нет, оно еще горит. О, очередной донатный пак, ребят. 20 бачей и получите вот такого ниндзя. И плюс еще ежедневные наградки. Ну да, ну да. Так, давайте 2-5 пройдем. Тут, знаете, ну, рай для донатеров. Выглядит хорошо. Звуки тоже неплохие. Но это полностью донатная игрушка. Полностью. Так, говорят, можно пробуждать с помощью дублей. Замечательно. Все. Я все жду, чтобы еще какой-то режим открылся. И мы сейчас глянем, ребят, сколько стоит 10 круток сделать именно за алмазы. И хочу глянуть, какой шанс. Так, давайте в друзья добавим. Тут тоже всем кинем реквесты. Так, все, отправили друзьям. Промоушен тут можно сделать. В гильдию вступить можно. Ладно, это не суть. Так, где нам показывали крутки есть? Ивент, смотрите, кстати, идет какой-то. А, тут пропуск. Понятно. Пропуск я заценил. Так, у меня 15, насколько я вижу, 15 круток. Давайте, соответственно, призывать. Каждые 30... Так, гарант 30, ребят, запомнили, да? 30 круток — это гарант. А где посмотреть шанс выпадения? Вот. А здесь нету легендарных героев. Тут есть Legacy Hero. Ну, я буду их эпическими называть. 5%, слушайте, очень неплохо. 5% — это прям до хрена. Ну, давайте крутить. 10 круток пошли. Открываю. Раз, два, три. О, есть одна легендарка. Это вот этот, по-моему, Джулиус, которого нам дали, нет? Если дали, то можно будет сделать, наверное, пробуду. Глянем. Так, все. И теперь смотрите, 5 круток. И за 5 хотят штуку 500. У меня сейчас 2600 есть. Да, хватит. Давайте пробуем. Так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Так. А это кто? Нейм? Или Ноум? Ноум. Дерево. Хорошо. Так, уже плюс 2 персонажа легендарных. Хорошо. Так, что у нас еще есть? Hero Fortress. Тут, да, видите, вот этот у меня он в отряде, и его можно пробудить. Что я, соответственно, и сделаю. Все отлично. Так, можно вот так вот быстро всех пробудить, кого возможно. Теперь давайте смотреть. Его мы поняли, что это даггерщик. Она щитовик. А вот дерево — это тоже танк. Я понял. Так, оденем танка как можно.
Его тоже до 12 прокачаю сейчас. И в передний ряд его надо поставить. А что вы все горите-то? А, биография. Открываем биографию и получаем 100 алмазов. Очень даже неплохо. Получается, за 10 круток, ребят, если без скидона брать, 3000 алмазов надо. Ну, дорого. Очень даже дорого. Но тут сотку дают за всех героев, независимо от их редкости. Обратите внимание. То есть вот синих героев я открываю, все равно сотку дают. Так, конечно, поначалу можно насобирать на 10 круток. Плюс еще есть промокоды, как я понял. И я их под этим видео опубликую. Так что, ребят, в ссылке на игру промокоды все найдете под видео. Так. Сейчас я, ребят, закончу. Еще немножко осталось. Ну, чтобы насобирали на крутку еще. Ну, на десяточку. И призвали, посмотрели. Так, 2248 у меня. Не хватило, да, немного? Ну, может, сейчас еще накинуть сверху. Так. Задание новичку. А вот это что за карты? To choose to find random card. Понятно. Что ничего не понятно. Так, собираем. Здесь тоже что-то прошли. Это вот задание по дням. И в конце, если все сделают, дают вот такого вот... Ну, давайте я его... Поппи. Ну, это видно. Кролика дают нам. Хорошо, более или менее с этим разобрались. Так, что еще есть? Еженедельки уже сделали. Тренинг. Ну, тут очень мало дают кристаллов. И редко дают кристаллы. Ладно. Тоже все взяли. Приват. Привет. Русский текст, смотрите, отображается, причем с пробелами. Давайте поздороваемся с человеком. Так, я могу писать вообще? Да, я могу писать. Привет. Хорошо, что русский язык вообще тут есть. Так, и глянем сразу на то, какие у нас варианты кастомизации. Можно ли вообще сменить аватарку? Это VIP. Так. Здесь у нас... Да, можно. Но немного их. О, поставим дерево. Дуб. Так, а что еще? Можно рамку, но рамок нету, да? И репутация. Ну, понятно, короче. Ладно, окей. А что за котик горит? Какая-то штука была, которую можно было взять. Так, здесь у нас даются за выполнение задач дополнительные награды. Окей. Так, все, да, вроде? Вроде везде понатыкал, что мог. Сумка, друг. Так, вот. Вот это хорошо. Тут за сотку дают. Отлично. Давайте дальше тогда просто пойдем. Я сейчас уберу рыцаря, поставлю дерево. Поменяю их местами. Все, теперь смотрите, у меня два танка стоят спереди. Что, в принципе, и логично. Но все остальные сзади. Пока проблем никаких нет. И идем спокойненько вперед. Так, что ты мне хочешь сказать? Не знаю, что ты хотел мне сказать, но у меня все нормально. Так, бонусы. Блин, не успел я посмотреть. Вот, смотрите, что тут за бонусы идут. Когда два героя одной фракции, три героя одной фракции и пять героев. Угу, окей.
Кстати, надо еще глянуть, ребят, а что надо в первый день-то сделать, чтобы его полностью закрыть. Так, что здесь такое? Fate Oracle. Ну, понятно, здесь, как в других АФК играх, я думаю, вы уже знакомы с этой системой, что мы определяем 5 главных героев, а чтобы дополнительных не прокачивать, мы просто их в это святилище ставим, и они автоматом получают уровень от первых 5. Так, что здесь такое? Можно тоже бесплатно взять. И опять донат. И опять донат, ребят. Донат на донате, как говорится. Жесть. Просто жесть. Я говорю, тут если прям на все задонатить, мне кажется, ты в первый день уже будешь королем арены. 288 алмазов дали за первый день. Так, что еще можно? Еще что-то можно. 2 карты. Хорошо. Кликать тут можно. Это симулятор кликов, я понял. 1000 круток бесплатно. Ребят, вот вы знали, что тут 1000 круток бесплатно? Так, кто? Кто? Изабелла. Оу. Изабелла. Хорошо. 11 попыток у меня еще есть. А я сохраню этот результат. И давайте еще крутанем. И посмотрим. Я хочу глянуть, можно ли выбить 2 легендарки. А здесь вообще легендарок нету. Зашибись. Хорошо, что я сохранил. Имейте в виду, бывают крутки, когда нет вообще легендарок. Смотрите, уже 2-я крутка без легендарок. Тут тоже одна есть. Но у меня тирлиста нету, поэтому ориентируюсь чисто на визуал. И смотрите, на практически... Да, я уверен, что я не хочу его сохранить. Практически на всех вот этих вот эпических героях стоит рейтинг SS. Так, давайте еще 7. Крутим. Кто-то стучится. Слышите? И кошка. Так, кто? Ух ты. О, сфинкс. Так, вот этого товарища я сейчас возьму. Этого товарища сейчас возьмем. Так, сейф. Да, реплейс. Все сделали. Но 2 лек я еще не видел в крутке здесь. Поэтому, если вам 2 леги выпали, то сразу забирайте. Не, вообще что-то не падают. Ну ладно. Еще 3. Давайте. Так, 1 есть. Так, ты кто? Ну, тоже, кстати, прикольный товарищ. Но сфинкс, конечно, нет. Сфинкса он не переплюнет. Для меня, лично. Тут тоже 1. И это... Ну, вот такой вот барашек. Все, да, последнее осталось. И под конец у нас кто выпадает? И никого. Отлично. Все, берем тогда сфинкса. Не. В смысле, так, все, закрываю. Как понять? Абандон. Отменить, типа, сохраненный результат. Я наоборот хочу взять из сохраненного результата.
Save record 1. А, смотрите, можно не один раз сохранять, можно три раза сохранять. Ну давай, давай, давай. Так, и выбираем теперь. Так, где были... Стойте, а где сфинкс-то был? Только не говорите мне, что он перезаписал сфинкса. Блин, у меня осталась только вот эта вот крутка. Самая первая. А сфинкса не... Капец, ну блин. Я же не перезаписал. Так, что там надо? Все задачи пройти, чтобы взять. Почему он мне сейчас эту показывает? Хотя бы вот это забрать. Complete all tasks. Ну, короче, все задачи выполнить, чтобы на следующий день забрать. А, вон, смотрите. Daily achievement. Сотку, короче, надо набрать. Активности за ежедневки. Ну, сейчас сделаем. Так, и здесь еще 606. Ого! 660, это неплохо. Друзья, сумка. Что у нас тут в сумке? Опять персонажа можно взять. Карты. Непонятно для чего. Ну ладно. Так, давайте. Раз, два. Дейли. Смотрим, что нам еще надо. Нам надо сотку добыть. У нас сейчас 90. Один предмет из магазина купить. Во, бесплатный. Это пойдет за покупку? Да, кстати, пойдет. Ну и замечательно. А крутки есть? Я что-то круток не вижу. Или я не понимаю, что крутки? Карты какие-то, а крутки? Limited shop. Короче, шоп-шоп. Ну все, сотка есть. Все, теперь могу? Вот это вот хотя бы. Да, теперь могу забрать. Ну ладно, хотя бы ее. Блин, сфинкса перезаписал. Да. Так, ладно, давайте смотреть. Она у нас кто? Хай... Короче, очень часто бьет критами. Хорошо. Атакер, короче. Тоже до 12 доведу. Одеть ее нельзя, нету шмота соответствующего. И можно с нее 100 взять за биографию. Все, взяли. Я ее сейчас расположу у себя в команде вместо вот этой верхней. То есть вот ты минусуешься, а ты идешь. Вот. Отлично. И осталось мне только лучницу заменить какой-нибудь эпической версии. И вообще вся команда эпиков будет. Кстати, у меня же еще 3000 есть. Я сейчас десяточку призывов сделаю. Глядишь, кого-то выбью хорошего. Так, ресурсы дают. Друзья, делаем харвест. Ого. Людей много играет, ребят. Так что одинокими вы тут не будете. Упс, не то нажал. Так. Ух ты. Ну, тут хорошо, хорошо. Значит, давайте пойдем на крутки. И вперед. У меня сейчас 4000 круток. Так, а... Вот, 200... А, нет, не, смотрите, не 3000 стоит, а 2700. Окей. Ну, давайте смотреть. Давай, легендарка. Я в тебя верю. Ну, последний. Нет, нет. Здесь нету. И 1300 у меня осталось, надо 2700. Все, окей. Три обычных. Ну, давайте три обычных попробуем. Глядишь. Так, понятно.
Там, кстати, помните, у нас было задание какое-то на то, чтобы мы много призывали. О, вот вам и легендарка. Отлично. Ух ты. Наполеон. Понятно. Понятно. Неожиданно прилетел Наполеон. Так, давайте тогда сразу посмотрим. Survival output. Повышает выживаемость всей группе. Если я правильно понял. Так, хорошо. В любом случае, сейчас заменим. Так, лучница, уходи. Наполеон, вперед. Поставлю его по центру. Все. Ну и смотрим. У нас полностью эпическая группа к 2.14. 12 уровня все. Ну и как вы видите, вообще без проблем вторая глава, по крайней мере, проходится. Да, конечно, хотелось бы атакера какого-то получить, потому что два танка — это перебор. Но имеем, что имеем. Так, 2.16 прошли. Оказывается, это задание было. Идем вперед. Так, ну-ка. Давайте, режим какой-нибудь. 2.18. А Наполеон реально кастует, ребят. Видите? Да, вот смотрите, что-то открылось. Гильдия открылась. Можно присоединиться к гильдии. Ладно. Какой-то гильдии меня заставили присоединиться. Окей. Так. Что у нас тут еще? Предметы. Это всегда хорошо. Забираем карты, которые непонятно для чего. Здесь тоже события можно вынести. Кристаллики — это хорошо. Я прям кристалликам всегда рад. Отлично. Все, да? За призывы, скорее всего, нам их дали. Что, я что-то еще не взял? Почему ты горишь? Я где-то не вижу, куда надо... А, вот. Тут еще дополнительные есть. Все. Теперь... А, вот, 500 можно взять. Неплохо, слушайте. Очень неплохо. Так, это сделали? Это сделали. Хорошо. Это новые какие-то вызовы. Смотрите, new servers. То есть это когда сервер новый, то идут боссы вот такие вот. New server pack. Ну, опять же, донат. Донат. Хорошо. New server gift. 1000 выиграл. Ну, рулетку вы крутите и получаете. Adventure gift. Надо пройти 5-5, два раза залогиниться и посмотреть рекламки, которые тут есть. И, кстати, дают Наполеона. Наполеон у меня и так есть. А ты чё горишь? Я же посмотрел тебя. А, вот, вверху сундук можно взять. Ну, хорошо. И еще соточку получили. 3600. Все, ребят, можно... идти призывать. Эксклюзив. Хотите крутую рамку и фишки вот эти? 5 баксов всего лишь. Эксклюзивная привилегия. Перманентные бонусы. Как вам такое? Даже не на месяц, а навсегда. Ну неужели не хотите задонить? Ну смотрите, вас игра просто байтит на донат всеми способами.
Опять я не успел кошку тыкнуть вовремя. Так, давайте еще попризываем. Коли нам дали столько алмазов, надо призывать. Поехали, 2700. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Без лек, к сожалению. Но ничего страшного. Я говорю, надо какую-нибудь вот легу атакера. Хотелось бы. Так, все, всех пробудили. Это ты, наш любимый ютубер, тоже пробуешь. Ну, я думаю, человеку будет приятно увидеть себя в этом видео. Давайте ему ответим. Так, хорошо. Значит, в принципе, у нас что еще тут есть? Guild Hall уже, кстати, мы вступили. Guild Shop и Guild Info. То есть сейчас нету даже гильдейских боссов. Оракла мы увидели. Glory Tower. Нас же тоже пустили туда. Так, башню можно, в принципе, тоже порашить. Тут надо только замену произвести. Так, вот так и так. Тут не хватает кнопки быстрого пропуска. Или есть эта кнопка? А, можно галочку поставить автоматически зачищать этажи. Видите, тогда можете вот поставить вот так вот и уйти куда-нибудь на полчаса. И они автоматом будут по этажам идти. Но пропуска нету. А хотелось бы пропуск иметь, чтобы еще ускорить все это дело. Возможно, кстати, пропуск есть как привилегия от VIP-статуса. Сейчас вот давайте пятую пройдем. И я проверю. Есть ли скип миссии именно за VIP? Какой-нибудь там VIP-10. Так, ладно. Чтобы не увлекаться. Давайте, VIP. VIP-1. А, ничего нету в плане пропуска. Battle Speed Up на VIP-2. Скорость разблокируется. Наверное, X3 будет. Так, VIP-3. Skip Battle на арене. Вот, смотрите. Можно делать. Сюжетный авто... зачистка. Ну, короче, ставите галочку, как вот сейчас мы в башне сделали. И по сюжету идет автоматически. Так. Нет, подождите. Вот на четвертом разблокируется X3 скорость. А что тогда разблокируется здесь? Battle Speed Up. Может, это и есть скип? Ну ладно, давайте дальше читать. На пятом Blitz разблокируется. Не знаю, правда, что это здесь. На шестом больше попыток сражения с гильдбоссом. То есть все-таки здесь гильдбоссы есть. На седьмом ничего нового. На восьмом тоже. На девятом тоже. Все, что... 4x на одиннадцатом. Жесть, конечно. Так, это ладно, это ладно. Нет, слушайте, не вижу вообще скипа такого глобального. Не вижу, да, нету. Глобального нет, на арене есть скип. Ну, до арены мы еще не доползли. Так, промоушен. Хорошо, 3.10 надо зачистить. И два раза выиграть на арене. Но арены у нас еще нету. И неизвестно, когда появится. Тут, видите, враги какие-то странные. Либо они в стелс входят, либо появляются с течением времени. Видите, вот сейчас они всех видимых уничтожили. Так, восьмой уровень. Мы прошли вторую или там 2-2? А, нет, тут больше 20 этапов. Так, ну-ка.
А сколько, 30, что ли? Или 25? Сейчас посмотрим. Вот с этим ожиданием. То ли специально это так сделали, что типа давайте донатьте нам на X3 и X4 скорость. Но X4 запихнуть в какой-то там 14 или 11 VIP, ну это, блин, жесть. Пока, в принципе, проблем никаких. То есть вторая глава проносится вот так вот не одетыми, не прокачанными героями. Так, 2.25. Отлично. 2.26, да, наверное, 30. 30 этапов во второй главе. Сейчас пройдем вторую главу, посмотрим, что откроется. Откроется ли вообще что-то. Мне нравится здесь, что они пишут на каждом персонаже его основную фишку. Там, например, поглощение урона, частые крит-удары. Это вот легко сориентироваться. Аренка открылась. И поскольку только в VIP у нас есть скип арены, то сейчас мы скипать не сможем. 20 тысяч у меня боевая мощь. Ну и давайте посражаемся. Это боты все. Ну, вперед. Да, видите? А, хотя предлагают 7.40. Да, слушайте, это хорошо, что бесплатно тоже можно. 7.40 надо пройти, чтобы появилась функция скипа аренки. Так, а не дашь с нормальными людьми-то посоревноваться? Там я уже кого-то видел, если я не ошибся, с 200 тысяч боевая мощь. А что нас только с ботами-то кидает? Вот, смотрите. 291 тысяча. 244 и так далее. Вася. А, Васи. Я думаю, может, какой-нибудь ник знакомый вижу. Не. Парабеллум? Ну, что-то такое было. Парабеллум, но это, возможно, вообще другой парабеллум. Ладно. Ты когда прекратишь меня с ботами ставить? Или надо там несколько раз ботов пройти, чтобы на игроков выйти? Не, ну ты посмотри. Он реально меня ставит только с ботами. Или чтобы не отпугнуть. Ну ладно. Давайте будем биться с ботами. А, вот, все. Теперь он кидает. Да, конечно. С Линксом. 244к. Вот именно с ним я и хочу. А давайте просто по приколу. Че бы и нет. У него, кстати, и Наполеон есть, и вот эта девочка с щитами. То есть, наверное, персонажи, которых я взял, крутые. 133, 42, 40. Так, обновляем. 40, 30 пока самое, что я такое видел. 38, 33, 19. Вот, это наш чувак. И у него, кстати, девочка с щитами. Сейчас, наверное, падает. Ну, давайте смотреть. Долгий бой, наверное, будет. Ну, вроде как по количеству оставшихся живых персонажей выиграю. Но у него вот эта девочка с щитами прям крутая. Смотрите, она прям урон очень хорошо танкует. Да, он ее, наверное, хорошо одел, прокачал. Так, хорошо, победили. Хоть кого-то победили. Не, ну тут надо прям
понятно, короче, что надо прокачивать, хотя бы до 40к доводить команду и потом что-то там пытаться. Так, что ты тут горишь? Что я тут могу сделать? Ой-ой-ой, не-не-не, покупать я не хочу, не хочу, не хочу. Basic, 500, стоит 588 алмазов, чтобы разблокировать. Тут награды, награды, награды. Вот как выглядят крутки-то, все, карты такие. 588 за... Ну да, слушайте, имеет смысл, конечно. Сразу крутку получаем. Да, и дальше будем выполнять задания. Да-да, имеет смысл проинвестировать туда 588. Так, что здесь? Здесь трайл этот с боссом биться. Опять же тут... А тут за алмазы можно покупать прям ресурсы. Ну, если кому-то надо. Так, еще можно выполнить задачу. Еще. Все, да? Друзья. Фичер превью. Гейм-гайд только что я там увидел. А, ну тут даже описание есть. Что вам делать в игре? Так, давайте я одену. Этот полностью одет. Тут тоже ничего лучше нету. Дерево, к сожалению, нету одного слота. Ему тоже ничего не перепало. А вот ей можно одеть. Ну, хорошо. Как-то так, ребят. Я думаю, более чем понятно, как игра выглядит. Для меня это клон АФК с хорошим визуалом. Музыкальный стиль тоже мне нравится. Куча режимов. Все сделано на достаточно качественном уровне. Но огромное обилие доната, ребят. Просто донат, на каждом шагу донат. Кому нравится, пожалуйста, пробуйте. Игра только-только вышла. И уже есть несколько серверов. Поэтому имейте в виду, что, скорее всего, я вот сейчас на третьем европейском сервере начал. Возможно, когда вы увидите видео, уже будет четвертый, пятый, шестой. Так что просто учтите этот момент. Повторюсь, что промокоды в описании к видео будут, если я их найду, как дополнительный бонус к началу. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам выпадения только легендарок и чтобы у вас все хорошо было. А так увидимся в следующем видео или на стриме. Всем пока!